Седация с сохранением сознания или поверхностная седация – это методика, введена в стоматологию в 30-х годах, при которой уменьшается или устраняется тревога, страх и стресс. Для этого используют смесь кислорода и закиси азота в индивидуальных процентах, которые готовятся сложным оборудованием и вдыхаются через маску. Через несколько минут ингаляции пациент пронизан чувством благополучия и релаксации и готов к сотрудничеству с стоматологом. Ему кажется, что время проходит очень быстро. Во время лечения пациент остается бдительным, сознательным и что позволяет больному сотрудничать с врачом. После окончания сеанса с использованием чистого кислорода эффект закиси азота полностью исчезает, и пациент в хорошем физическом состоянии и без каких-либо побочных эффектов может идти домой. Сам по себе закись азота не является токсичным, поскольку используется при низких концентрациях. Он не метаболизируется такими органами, как печень и почки, но выводится из организма через дыхательные пути. Он не вызывает аллергии, у него нет абсолютных противопоказаний, кроме случаев невозможности дышать через нос и в первые 3 месяца беременности или при наличии тяжелой бронхолегочной болезни. Седации также используют как обезболивающее для выполнения процедур без анестезии с воздействием на слизистые оболочки полости рта, которые раздражают пациента или которые могут стимулировать рвотный рефлекс, таких как удаление зубного камня, подесневая чистка корней, снятие слепков или закрепление кафердама. Седация с сохранением сознания – это процедура, которая идеально подходит для детей. Ребенок, дышащий сладким газом через маску, впадает в седацию, но при этом остается в сознании, открывает и закрывает рот и отвечает на все требования стоматолога, не испытывая страха или негативного опыта. С использованием седации можно успешно лечить большинство маленьких детей, так и взрослых. Также легко можно работать, меняя стоматолога.